Потомственный газовик с отличной производственной школой, грамотный и требовательный руководитель с повышенным чувством ответственности. Все это про героя нашего следующего сюжета. Мы продолжаем рассказывать о людях предприятия. Сегодняшнее знакомство с заместителем начальника юбилейного промысла Рустамом Гумировым. С плюс 40 на минус 40. Еще 24 года назад южанин Рустам Гумиров был не готов к таким переменам. Но север закалил его быстро. Климатические максимумы сменились производственными. На каждой вахте большой объем информации для правильной расстановки приоритетов. Надо все охватить, увидеть рассредоточивание людей, техники, где какие работы происходят, быстро войти в тему, чтобы работа не останавливалась, процесс шел. На Дымском нефтегазодобывающем управлении Рустаму Гумирову повезло. Ему досталась стройка, вторая очередь ДКС юбилейного промысла. Это хорошая школа, чтобы не просто знать все об оборудовании. Важно другое, чтобы оно работало без замечаний, качественно. Не всякому специалисту доводится пройти такой жизненный этап становления промысла, как строительство. Предполагает получение человеком уникального опыта. То есть работа с документацией, работа с людьми, работа с подрядчиками, когда все на твоих глазах строится, больше того, при твоем непосредственном участии. Тогда же Гумиров вывел для себя аксиому – не бояться задавать вопросы, стремиться узнать как можно больше нужной информации. А то, что работа газовиков важная, Рустам понял, будучи ребенком. Семья жила в поселке Газли. Случайность не случайна. Как бы я это услышал где-то в каком-то фильме, оно так и есть. Потому что те моменты, где я наблюдал, как работают люди, еще будучи в Узбекистане, как и вот я теперь это вижу, и мне как-то вот такое ощущение, к этому я был готов. Он уверен, что залог успеха в полной самоотдаче и ответственности за любимую работу, за свой коллектив. С одной стороны, он строг с подчиненными, а с другой стороны, прислушивается к тому, что говорят ему старшие товарищи, что не стыдится спрашивать, если чего-то не знает, то обязательно стремится докопаться. И все же самые высокие требования Рустам Гумиров предъявляет в первую очередь к себе. Его жизненная кредо – позиция высоких достижений. Самое главное – это к работе относиться так, как это вторая наша жизнь. Как мы ее создадим, как мы построим, так и будем жить. Вот что дома, что здесь на работе надо отдать всего самого себя, чтобы получить от этого и удовольствие, и, соответственно, чтобы все это приносило пользу. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество», «Газпром», «Добыча на дым».